Всем привет! Ребята, всем привет! Как обещала, сейчас расскажу о типах площадок, какие бывают, на каких площадках я советую продавать принты. Да, всем привет! Всем привет! Очень рада вас всех видеть. Наверное, вы пишете работы, а возможно, просто отдыхаете. Да, всем привет! Значит, сегодня рассказываю о том, на каких площадках лучше всего продавать принты со своих работ. В деталях расскажу о типах площадок и дам, знаете, такую как свою экспертную оценку тому или иному типу площадки и расскажу про свой опыт. И, наверное, расскажу в самом начале историю того, как я начала продавать принты на iCanvas. Это такая площадка, она относится к типу магазины принтов, и было это в начале 2019 года, они мне написали письмо, знаете, вот одно из тех, которые как спам почти падают к вам, там бывает иногда open call, когда необходимо 30 евро заплатить за непонятное участие, где, чего и как и зачем. И вот одно из писем пришло от iCanvas, там какой-то менеджер. Честно скажу, я на такие письма сейчас очень редко реагирую. И тогда они мне написали, вот мы онлайн-галерея, мы продаем принты, нам нравятся твои работы, но нам нужны файлы в большом разрешении. И честно скажу, я тогда прочитала и или удалила, или просто закрыла письмо, не обратила внимания, потому что на тот момент у меня такая была небольшая усталость от вот этих площадок, потому что были случаи, когда я грузила свои изображения ночами, ты грузишь, а потом тебе приходит письмо и оповещение: «Дорогая Саша, классные работы, но часть из них мы удалили, потому что цензуру они не прошли». И ты понимаешь, блин, ну вы чё, ребят, я тут ночи тратила, загружала. Или еще другие случаи, когда ты опять грузишь, и вы, наверное, спросите, а чего ночь там грузишь? Ну, потому что это низкоинтеллектуальная работа, и не хочется тратить дневной свет, например, как сейчас, лучше писать работы, чем там заниматься интернетом и всем, что с ним связано. И были такие ситуации, когда ты загружаешь одно, они тебе говорят, ну вот нужно еще больше деталей, а потом приходит отчет, мы продали несколько твоих принтов, каждый из них там один за 80 евро, другой за 120, третий там и за 250, и ты заработала $3 вот с этого, там 2 евро вот с этого принта, и ты думаешь, блин, ребят, ну вы чё? Вы с меня уже заработали 300, просто с моих изображений распечатали и продали, а мне всего лишь $5. И вот, понимаете, когда вот эта вся история происходила, когда я искала различные варианты, и когда мне написала iCanvas, я на них вот именно так и отреагировала. Я сказала, не, ребята, до свидания, я в курсе уже, я с вами работала, я была, и не хочу. Но они были очень настойчивые, они мне написали еще одно письмо и сказали, у тебя классные работы, в них большой потенциал, давай к нам на площадку, ну, нужны изображения в очень хорошем разрешении. И тогда, конечно, я стала более внимательна, думаю, ну раз вы настаиваете и вы видите потенциал в моих работах, то тогда я начну. И, конечно, потом у меня началась очень большая история с тем, как я стала искать различные варианты решения по поводу изображений в большом разрешении, потому что тот запрос, который они мне отправили, это было очень большое разрешение, стала консультироваться с фотографами. Ну, история была длинная, но скажу так, что сейчас, когда, вот, например, совсем недавно я получила отчет в начале февраля и роялти свои с iCanvas, я понимаю, что мой роялти вырос по сравнению с предыдущим еще на $150, выплата моя.
я понимаю, что... И почему я сейчас на марафоне делаю упор на создание изображений, потому что я понимаю, чем я дольше занимаюсь продажей принтов, и чем больше у меня работ, тем каждый год все больше и больше растут мой заработок именно с продажи принтов. И для меня, на самом деле, это такой, знаете, как такой эликсир на душу, потому что ты уже там ничего не делаешь, ты просто загрузил изображение, а тебе деньги капают. Вот это самое классное, когда мы говорим про принты. И вот поэтому я и хочу сегодня провести эфир на тему площадок, чтобы вам рассказать, какие площадки вообще бывают, какого типа и какие есть нюансы с тем или иным типом площадок для продажи принтов. И также скажу, что с 1 марта я хочу сделать запуск курса по продаже принтов для тех из вас, кто настроен решительно и настроен на действие, потому что можно провести бесконечное количество эфиров, где я буду рассказывать вам всю эту информацию, но вы не начнете действовать. Вот если у вас есть огромное желание начать именно двигаться, кроме продажи своих работ, но еще и принты, чтобы это был именно ваш пассивный доход, то я вас приглашаю на свой курс с 1 марта. Вся информация в шапке моего профиля. Проходите по ссылке, регистрируйтесь, и мы с вами начнем двигаться. Если у вас будут вопросы, пишите, я отвечу в конце своего рассказа. И переходим к типам площадок, на которых можно продавать принты. А вы мне напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, на каких площадках вы уже есть, и продаете ли вы там свои принты. Потому что если вы их напишете сейчас, я вам прокомментирую по этим площадкам, к какому типу они относятся. И если я на них есть, либо пробовала на них продавать принты, я вам расскажу про свой опыт. Значит, самый первый тип, как мне кажется, это, наверное, такой самый площадок, путь абсолютно для всех, фотостраторы, дизайнеры, художники. Это называется принтшопы. Вам знаком такой принтшоп? Поставьте либо сердечко, чтобы я видела. Вот принтшопы — это максимально такое простое. Но у них есть очень много нюансов у принтшопов. Первое. Заход на эти площадки абсолютно свободен для всех и каждого на эту площадку. Там идут все иллюстраторы. Ну, просто все те, кто создают какое-либо изображение. И огромный минус, что там нереальная конкуренция. И из-за этой высокой конкуренции, знаете, как все начинают биться, и самый простой способ биться, конкурировать, это снижение цены. И получается так, что ночью тратите, грузите это изображение. Если вы к тому же художник, как я, вы понимаете, что вы создаете изображение руками. То есть это даже не диджитал. Если вы в диджитал рисуете, это классно. То есть вам можно идти на принтшопы тоже. Вы грузите, пишете, и вы понимаете, блин, но я не могу биться с иллюстраторами, которые могут изменить просто там цвет одного цветочка за 5 минут и загрузить еще одно изображение. И в любом случае принтшопы классно для иллюстраторов, для фотографов, но я не считаю, что они классны именно для художников. То есть их можно использовать как альтернативную площадку, если у вас есть возможность и время загрузить туда свои работы. Но все-таки клиент, я замечаю, он приходит туда, первое, не за работами художника, он приходит туда за изображением, максимально дешевым изображением. И это все-таки даже не только про принты, но это про подушки, одеяло, зонты с изображением, леггинсы, кружки, то есть все что угодно. Вот это мы, когда говорим именно про принтшопы. Напишите, если вы есть на принтшопах. Это такие площадки, как Society Six, Zazzle, они разные бывают, но это как один из вариантов таких самых простых, на которые, как я считаю, можно потратить энное количество времени, чтобы понять, что туда лучше не ходить, потому что это все-таки для иллюстраторов, то есть те, кто как раз-таки именно
как я говорю, штампует эти изображения, они их пишут, 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 создали, опубликовали. Вот это первое. И я, когда говорю о площадках, я выявила, знаете, такой момент, что вот чем ближе клиент к художнику, чем он, знаете, как может почти до вас дотронуться, до художника, тем клиент готов больше платить за принт, за вашу работу, то есть за репродукцию вашей работы. И когда мы говорим про принт-шопы, то клиент даже не знает, кто художник. Я уверена, что он даже не интересуется, кто художник, кто пишет, создает эти изображения. Второй тип площадок – это как раз-таки магазины принтов. Это у них это iCanvas, где я очень хорошо продаю свои принты. Заход туда, потому что у них заявочная тема у iCanvas, необходимо писать заявку. Если, там, например, раньше они сами искали художников, то сейчас у них поток достаточно большой, и они уже делают отбор. Но вот по сравнению с принтшопами, первое, они специализируются только на принтах, и они специализируются на принтах именно как художников, то есть они уже делают ставку на имя художника. И когда клиент покупает принт в магазине принтов, он уже покупает и понимает, что он покупает авторскую работу определенного художника. Но опять же, почему, например, многие иностранцы выбирают купить принт в магазине принтов, а не в Инстаграме? Потому что магазин принтов распечатает любой размер, они гарантируют качество, они могут тут же вам сделать багет, вы можете в онлайне сделать раму, заказать раму, они вам сразу все это оформят, вы уже получите готовый принт, который можно подарить, например, там, я не знаю, любимому человеку, либо готовый принт разместить у себя там в комнате и так далее. То есть это экономия времени. И плюс у этих площадок это, конечно же, более высокий процент, то есть это не 1-2 процентика из 100 евро, это уже значительно больше, все зависит от художника. И туда попасть сложнее, но это, опять же, это плюс, потому что те, кто там, могут это зарабатывать. И если я говорю, опять же, про курс, который будет 1 марта стартует, то бонусом к этому курсу будет идти, как подать заявку на ArtFinder, и эту часть можно использовать не только как подача заявки на ArtFinder, но и как написать заявку на iCanvas, потому что, в принципе, это шаблонные письма, и я подробно рассказываю, что важно учитывать в ваших заявках и с какой стороны себя показывать именно, чтобы продать себя как художника, как художника с большой ценностью для данной площадки. То же самое можно заявку использовать для Singular Art, вот, если вам интересно. Это вторая, здесь уже покупает художника, но исполнитель, производитель этого товара является площадка, которая делает и доставку, и упаковку, то есть вот эти вот все риски, которые видит клиент, подумав, увидев ваши работы в Инстаграме, они перекрывают, они закрывают эти риски и берут все на себя. Вот это второй тип площадок. Третий тип площадок, на которых можно продавать принты, это, конечно же, онлайн-галерея и это Инстаграм. То есть площадки, на которых клиент уже покупает авторскую работу у вас, у художников, и он в первую очередь, ему нравится ваша работа, то есть он не просто пришел на принт-шоп, чтобы там полистал, так, мне надо в серо-зеленых тонах какую-то картинку вот в холл здесь, либо, ой, мне нужно изображение с единорогом, а в детскую там ребенку. Он приходит, он влюбляется в ваши работы, но он понимает, так, 1000 евро, ну, как-то я не готов платить 1000 евро за эту работу, у меня нет бюджета, но вот стоила бы она 150 хотя бы, вот я тогда бы ее купил. И вот онлайн-галерея и Инстаграм,
как раз-таки тот случай, когда клиент увидел вашу работу и купил уже у художника. То есть он не купил просто изображение, он купил готовый принт у художника у вас. И именно за эту близость между вами и клиентом как раз-таки вырастает вот эта вот стоимость, тот, так скажем, процент, который вы получаете, потому что вы коммуницируете с клиентом напрямую, отвечаете на его вопросы, но, конечно, здесь сразу такой, знаете, как болезненный момент, что нужно самостоятельно печатать и нужно знать, как напечатать, где напечатать, с какого изображения можно распечатать принт. И знаете, как необходимо проинвестировать, возможно, потратить сколько-то там сумму денег на вот все вот эти тесты. И вот те, кто из вас хотят пройти путь со мной, я вас приглашаю с 1 марта на курс, где мы будем с вами, начиная от изучения площадок, я вам скажу, имена площадок, на которых я продаю, и, знаете, вот, чтобы вы не тратили то время, например, когда я его тратила в поисках одной площадки, второй, третьей, у вас будет сразу список, мы перейдем потом к производству принта, до этого мы подготовим изображения ваших работ, отберем максимально популярные, и вы начнете действовать. Вот это самое важное, потому что я считаю, что можно бесконечно много смотреть вебинары, эфиры, но действовать — это самое важное. К тому же сейчас начало года, если вы сделаете сейчас активный старт, и я этот старт стараюсь сделать для себя тоже максимально активно. Вот посмотрите, я вчера за полтора часа накатала работу, и сегодня хочу ее закончить, потому что я понимаю, что каждое новое изображение, которое я сделаю, это новая работа, новые публикации в онлайн-галерее, и также это возможность продавать принты. И, например, когда я говорю о продаже принтов, я уверена, что я эту работу смонетизирую быстрее на принтах, скорее всего, чем продам. Безусловно, может быть такое, что я ее продам быстрее, чем мне пришлют мои роялти от продажи принтов. В основном, так что с принтов я начинаю зарабатывать с работы быстрее, чем продажи картины. Какие у вас вопросы? Давайте отвечу. Так, если мы финализируем наш разговор о типах площадок, то первое — это принтшопы, это максимально доступные площадки, но минимальный процент, который вы там можете заработать, потому что клиент не знает, кто вы, кто художник. Второе — это магазины принтов, это площадки, которые специализируются именно на продаже принтов и предлагают клиенту уже выбор из художников, как бы из имен, а не просто из изображений, и они платят значительно больше процент художнику. Но необходимо писать, опять же, заявки, необходимо настраивать как бы весь процесс взаимодействия с площадками. И третий тип площадок — это онлайн-галереи и ваш Инстаграм. Здесь ваш процент вырастает там от 1-2%, если мы говорим про онлайн-галереи, до почти 70%. Если мы говорим про продажу принтов через ваш Инстаграм, это, знаете, как максимально простой способ начала. Это может быть и до 100-150% ваша прибыль от себестоимости изготовления принта. То есть здесь как бы выбор значительно уже больше, если мы говорим про принты. То есть вот такие три типа площадок. Угу. Так, какие у вас есть вопросы? Какие, кроме, если мы говорим про принтшопы, вот сказала Society, есть российские площадки, есть Artwall, PinkBuzz. И, кстати, вот на российские я бы сделала тоже акцент, потому что сейчас принты все больше и больше начинают покупать в России, это я вижу тенденцию, потому что люди наконец-то начали понимать, что IKEA — это не всегда nice, это лучше купить у художника, но опять же там не такой большой процент, если, например, вы печатаете сами и продаете через Instagram, либо иностранцам в онлайн-галереях, то есть вот так вот. Вижу в комментариях, пишут Canvas, да, площадка отличная, но нужно писать туда, то есть
неявками все. Так, а как диджитал продавать? Смотрите, диджитал, на самом деле, я могу сразу сказать, я вам завидую. Я сейчас сама рассматриваю курсы, ищу себе, подбираю именно, как начать рисовать именно в диджитал, потому что я вижу, что как художник могу производить такое количество изображений, но если рисовать диджитал, мой доказ вот этот пассив, что я знаю все о продаже принтов по всем каналам, что сейчас у меня такой мой потолок производство. И если вы, это то же самое, что вы продавали фотографии, да, арт-фотографии, продавать как принты, то есть через онлайн делает лимитированный тираж, продавать именно как принты на бумаге, на хлопчатные, вот такие. То есть то же самое, что художники продают продукции своих работ. То есть аналогично абсолютно. Так что я вам советую. Так, спасибо за... Я их вижу. Так. Так, вопросы. В Инстаграме пока только продаю. Отлично, молодцы. Просто надо сейчас наращивать объемы. И знаете, вот по поводу, когда мы говорим Инстаграма, мы все можем говорить там в Инстаграме, это все легко, просто. Но вот почему-то единицы только начинают действовать, и у единиц хватает смелости сказать, что я продаю принты. Ребят, заказывайте у меня принты. Потому что кажется вначале, ну как бы это фигня, подумаешь. А вот сказать о том, что я продаю принты, покупайте у меня принты, почему-то возникает сложность. А вот те, кто приходит на курс, знаете, у них брать уже нет, я начинаю, потому что выполняет домашние задания с этим, что необходимо печатать принты и начать их продавать. Потому что вы любим работы, знаешь, такое официальное, получить одобрение, ласкание, лайки, комментарии, классно. Но вот лайки, комментарии потом только остаются. А хочется, конечно же, чтобы это было все в виде долларов, желательно, на счете PayPal ежемесячно. Так, угу, да, ага, пожалуйста, сердечко, вам сегодняшний эфир, было ли полезно, что скажете о продаже принтов через Etsy? Etsy отличная площадка для продажи принтов, я ничего могу сказать по поводу картин, потому что все-таки картины я предпочитаю дорого, а вот Etsy для принтов. Там вам нужно понимать, как напечатать принт. Вы будете его производить, и вы будете направлять, то есть упаковка, доставка. Кстати, упаковка, доставка тоже будет этот блок. Также применим и к продаже работ через онлайн-галереи. То есть, в принципе, тематика очень схожая. Но на этом курсе мы будем с вами рассматривать именно от создания изображения, то есть как минимально, с минимальными затратами, самостоятельно на телефон, и потом при обработке в специальных программах вы можете уже сделать это изображение и продавать. Я люблю эти слова. Бесконечно много раз. Вот я на этом хочу зафинализировать сегодняшнюю встречу. Я вам желаю продавать свои работы бесконечно много раз и бесконечно много получать доллары и евро на свой счет и быть счастливым и продающимся художником. Все, всем до встречи, пока!